на него. Ребята, как слышно, с Новым годом! Есть такая примета, как встретишь Новый год, так он и пройдет. Из этого следует, что все эти звезды проведут весь год на небывалой высоте. Кто? Клименов. Виктор Гусев. Что они сделали? Они нас видят? Нет, что они сделали? Ловите микрофон! Я вижу Якубович. Я хочу пожелать вам в новом году новых ощущений, новой радости в 99-м году. Ёлка, блин, спасибо. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Заправлены в планшеты космические карты, и штурм оно точняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споем перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Ну как, Андрей Михайлович, даже ноту держит. А в космосе можно понимать? С Новым годом! Я желаю всем в новом году обязательно осуществить свой полет. Пусть не как мы в космос, но куда-нибудь подальше от серости, от будничности полететь. Обязательно отдохнуть. С Новым годом! Целую всех! Ура! 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 На вас! Леонид Аркадьевич, это я! Я чувствую, как сейчас страна вверх ногами! Серега, ты снимаешь? Сейчас мы попытаемся спеть песню про самое-самое главное в Новый год, про елочку! Ребята, подлетайте все сюда. У нас Ленька, елочки, холодно зимой. Елочку с планеты взяли мы домой. Взяли мы наверх, взяли мы планету. Но это самая главная песня в Новый год, наверное, да? Да! Ребята, кто? Кто рядом? С Новым годом, друзья! С Новым годом! С Новым годом! Мы все ждем ваших...